Здравствуйте, в эфире программа «Взгляд на недвижимость» в студии Камилы Фазлыева. Сегодня мы говорим о новом агентстве недвижимости Уфы, которое распахнуло свои двери в самом центре по улице Ленина, БКСБ «Недвижимость». И у нас в гостях директор компании Адель Сайфуллина. Здравствуйте, Адель. Здравствуйте, Камила. Расскажите о своем агентстве, чем оно принципиально отличается от других агентств, что заявляем на рынке? Ну, помимо традиционных услуг на рынке недвижимости, у нас есть два новых направления. Это отдел новостройки и также республиканский центр ипотечных консультаций. Я хотела бы остановиться на них поподробнее. Начнем с отдела новостройки. Так как на сегодняшний день наша республика очень активно застраивается, чтобы помочь нашим клиентам ориентироваться вот в этой крупной стройке нашей, мы создали в своем агентстве отдел новостройки. В нашем отделе мы постоянно пополняем базу новых строительных организаций, которые выставляют новые как бы объекты на продажу. То есть это одна из самых больших на сегодняшний день баз, где сосредоточены все строительные объекты города Уфы. Например, какие? На сегодняшний день мы заключили эксклюзивные договора на эксклюзивные продажи с рядом крупных застройщиков города Уфы. Сегодня мы начинаем старт продаж очень интересного жилого комплекса «Искра». Он находится в географическом центре города Уфы, пересечение улиц Рехмакова, Рудольфа Нуриева. Это Комсомольская. Да, Комсомольская рядышком. Говорящее название кинотеатра, да, «Искра». Кинотеатр «Искра», совершенно верно. Рядом Воскресенский собор, рядом «Планета», да? Да. Известный наш торговый центр. Госцирк. Госцирк, да. Ну, как бы такое, на самом деле, красивое, хорошее место. 9-13-этажные жилые дома. Комфорт класса, так что мы уже начинаем продажи, пожалуйста, обращайтесь. Что-то уже можно посмотреть, приехать на стройку, или там еще фундамент, или уже сколько-то этажей взвели? Нет, на сегодняшний день мы начинаем уже 5-й этаж строим, квартиры до 1 сентября у нас идут по акции, то есть скидка за 1 квадратный метр достигает 5000 рублей. А общая стоимость, то есть от скольки? Общая стоимость на сегодняшний день однокомнатную можно купить за 62 тысячи за квадрат, двухкомнатную и трехкомнатную 63 тысячи за квадрат. Но эта акция продлится только до 1 сентября. Понятно. Минимальные площади однушечки. Минимальная площадь 40,5, а максимальная площадь трехкомнатных квартир до 100 квадратных метров. Такие ликвидные площади. По какому договору? Договор долевого участия, федеральный закон 214, то есть как бы все, кто у нас будет приобретать эти квартиры, защищены законом, будет регистрация в Регпалате, то есть двойные продажи, да, двойные продажи совершенно верно исключаются. Какие еще новостройки вы реализуете? Также мы продаем квартиры в жилом комплексе «Уфимский Кремль», который находится в историческом центре города Уфы, пересечение улиц Октябрьской революции, Цурюпа, Коммунистическая. Квартира бизнес-класса с паркингами, с очень удачными планировками, вся инфраструктура рядом. И вообще сейчас очень престижно жить в центре города. Какие-то дома там уже сдались? Дома вот-вот готовятся к сдаче уже. То есть уже можно пойти потрогать руками, конечно, да, посмотреть. Планировки, можно подняться, посмотреть на этажи планировки квартир. Очень много разных планировок, удачные планировки. Так что тоже обращайтесь. Я зашла утром как раз на ваш красочный сайт и увидела там еще рекламу новостроек в Затоне. Да, совершенно верно. Мы заключили эксклюзивные договора с компанией «Прогресс». Мы продаем дома эконом-класса по улице Ахметова. Тоже небольшие планировки квартир, очень удачные по цене, выгодные. И трехкомнатные квартиры в доме уже сданном по Ахметова 320/1, 50,5 тысячи за квадрат. С учетом, да, общего уровня цен, просто замечательная цена. Вы упомянули о ипотечном кредитовании. Расскажите о центре ипотечного, да, кредитования. Наша компания открылась при поддержке Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан. И мы на базе нашего агентства открыли республиканский центр ипотечных
консультаций. У нас работает многоканальный телефон, колл-центр 216-0001. Все желающие со всей республики могут позвонить на наш телефон, получить абсолютно бесплатную консультацию. И мы также приглашаем к себе в агентство. В нашем агентстве каждый желающий может подать заявку в банк. Также мы заключили договора со многими банками города Уфы, ведущими банками даже республики, так скажем. Эти банки для наших клиентов предоставляют скидки в процентной ставке. То есть речь идет иногда о сотнях тысячах сэкономленных клиентом денег. Одно дело, он приходит в банк и получает там процентную ставку, например, 13, подает заявку. Другое дело, он приходит к нам в агентство, тут же мы подаем заявки в несколько банков, подсчитываем для них самую удобную для них программу кредитования. И также они получают уже вот скидку в 0,5, иногда даже 1% от... Непосредственно, конечно, Башкомснаббанк ипотеку предлагаете? Да, мы работаем абсолютно со всеми банками. Это Сбербанк, ВТБ-24, Башкомснаббанк, Промсвязьбанк, Абсолютбанк, ну, Уралсиб, их много на самом деле. Вот. Это все для чего вообще создавалось? Для того, чтобы повысить финансовую грамотность населения нашей республики. Потому что вот мы сталкиваемся зачастую, люди звонят, казалось бы, у них есть какой-то первоначальный взнос, люди сэкономили, но они боятся, они не знают, как вот, что с ним делать. То есть вот мы объясняем людям, говорим, что вы не бойтесь, приходите, мы все вам расскажем, поэтому вот и создан этот колл-центр. Мы будем выходить с различными промо-акциями, выезжать по республике. Вот у нас в ближайшее время, в начале сентября, тоже такая грандиозная промо-акция намечается ко Дню знаний. Прекрасно. Узнаю, что такое ипотека, да. Узнаю, что такое ипотека, будут приглашенные банки, то есть мы будем рассказывать о том, что такое ипотека, будут хорошие скидки от застройщиков и от банков, то есть вот смотрите, следите за рекламой, обязательно расскажем. Сразу вопрос. Вы упомянули о жилом комплексе «Искра», рассказали. Возможно ли его в ипотеку приобрести? Конечно. Он уже аккредитован в ведущих банках. Это Сбербанк. У них очень на сегодняшний день хорошая программа по строящемуся жилью. Также ВТБ-24 сейчас аккредитовываем еще в ряде банков. То есть, пожалуйста. Выбор есть. Первоначальный взнос по этим программам от 13%. Да, то Сбербанк. Есть, совсем немножечко. 13%. Какие еще планы у вас на этот год, Адель, и у вашей компании? Да, для удобства наших клиентов компания БКСБ «Недвижимость» планирует открытие еще 2 офисов в городе Уфе. Один офис у нас будет работать прямо на стройке жилого комплекса «Искра» по адресу Рехмукова, 5. И также мы откроем офис на проспекте Октября, 110. Горсовет, также, остановка. Да, остановка, горсовет. Также мы планируем расширять линейку наших продуктов в будущем. И как бы у нас очень хороший сервис. И все вот это, я думаю, и уютный будет... офис в центре города. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь строительный комплекс Республики Башкортостан с Днем строителя, пожелать успехов на профессиональном поприще и возведения все новых и новых объектов для украшения облика нашей республики. Я присоединяюсь к вашему поздравлению, Адель. Вы настоящее украшение нашего эфира. Спасибо. У нас в гостях была руководитель БКСБ «Недвижимость» Адель Сайфуллина. Спасибо, что пришли к нам на программу. Спасибо, конечно. До свидания.